Сегодня синоптики прогнозируют на территории Югры сильный ветер до 19 метров в секунду. Это примерно 70 километров в час. Кроме того, в округе ожидается мокрый снег и метель. Все это усугубляется гололедом, пока температура воздуха ночью остается минусовой. Местами это может быть минус 10, минус 16 градусов. Но уже в ближайшие дни картина поменяется. В округ придет, пускай небольшое, но тепло. Температура воздуха обещает быть плюс 7.